В Московской области в этом году запланировано строительство 57 объектов сферы образования. В ближайшие годы они появятся в Одинцовском округе, в частности, в жилом комплексе «Гусарская баллада», в микрорайоне «Новая Трехгорка», а также в Звенигороде. На строительство детских садов и школ в бюджете муниципалитета на 3 года предусмотрят более 16 миллиардов рублей. Из них на 2022 год более 6,5 миллиардов. Как сообщила первый зампред Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, все стройки по линии образования согласуются с наказами жителей.